Обилимпикс – это движение, цель которого – повысить престиж рабочих профессий и развить профессиональное образование среди молодых людей с ограниченными возможностями. Для этого при поддержке Министерства образования в Щелковском колледже проводится областной чемпионат по таким направлениям, как флористика, кулинарное дело, автомеханика, фотография и ландшафтный дизайн. С участниками, проявившими себя лучше всех в той или иной сфере, потенциальные работодатели даже могут заключить контракт о дальнейшем сотрудничестве. Мы очень надеемся на заключение потом в будущем контрактов по целевой подготовке с этими молодыми людьми. Молодыми, амбициозными и ждущими побед детьми. Это завораживает, потому что видишь, как совсем молодые ребята, которые обучаются в колледже, уже многому чему научились, да, и честно скажу, вот они могут то, чего не могу я с двумя высшими образованиями, да, потому что, наверное, каждый должен заниматься своим делом, так вот, они занимаются тем делом, которое они выбрали, и это очень здорово. И действительно, самым важным в таких конкурсах являются сами конкурсанты, которые с горящими глазами и неподдельным интересом рассказывают о том ремесле, которое им по душе. Кому-то участвовать в конкурсе уже не в новинку, ведь на территории Щелковского колледжа Обилимпикс проводится уже второй раз. Я принимаю участие в Обилимпиксе уже второй год подряд. Я выбрала направление фотографии, потому что меня достаточно интересует даже не то, что профессия фотографа, а вообще как хобби, как увлечение. Это конкурс для людей с ограниченными возможностями. На этом конкурсе мы показываем, что мы ничуть не хуже остальных людей, которые также занимаются автомеханикой, поварским делом, вообще любыми делами. То есть мы просто приехали в первую очередь для самих себя доказать, что мы не хуже остальных. Всего в чемпионате поучаствовало 32 человека. Победители отправятся уже на 4-й национальный чемпионат «Обилимпикс», который пройдет в Москве с 20 по 23 ноября. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».